В нашем здании стекается вся информация о любых проблемах, проходящих на территории нашего города, всего нашего городского округа. Если вы посмотрите на большой экран, скажем так, вот эта программа, это и есть программа Центра управления регионом. Здесь знают все или почти все, что происходит на территории городского округа. Касается это абсолютно любых сфер жизнедеятельности и уборки мусора, и ремонта, и бизнеса, и различных нештатных ситуаций. Нам присылают информацию о том, что произошло ДТП. Там приходит город Видное, в Астерлинском, Комсомол, дом 1, есть пострадавший. Мы направляем информацию сотрудникам дорожной патрульной службы. Муниципальный центр управления регионом – одна из первых организаций, куда приехали ученики школы поселка совхоза имени Ленина в рамках проекта «Билет в будущее», цель которого – ранняя профориентация учеников. Дети вышли из зоны комфорта своего маленького мира, своей маленькой школы, своего совхоза имени Ленина, поселка. Они приехали, вот видно, им показали масштабы работы на весь Ленинский городской округ и на всю, в принципе, Московскую область. То есть, ну, это надо было видеть в глаза детей. В центре управления регионом ребята смогли наглядно увидеть, как протекают процессы сбора и обработки информации, касающейся жизни округа. И, возможно, в будущем смогут сделать выбор в пользу профессии муниципального управления. Наша школа провела онлайн-диагностику. И сегодня мы находимся с детьми на профпробе в Центре управления регионом. Дети очень счастливы, довольны, это очень интересно. Проект «Билет в будущее» реализуется при участии главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрохолдинга «Рота Агро». Следующая поездка запланирована на нашу телекомпанию, и мы обязательно о ней расскажем. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.